Всем доброе утро, ребят. Ну что, утро началось с бесплатки. Надо допройти битву гильдий. Вчера мы были в Бравл Старсе целую ночь. Поехали, надо Бэриком сейчас зафармить багажку. Здесь и на Твинке у нас осталось 15 минут. Я посмотрю. О, ничего себе, 2.044. 1.2, 1.3. 2. Прикольненькие противники. Да, посмотрим, что там у них. На дефе стоит. Хорош. А, он хорош. Делаем нашу любимую связочку и шанс слива максимальный. Так, дрога есть, этот есть, это есть. Дерево есть. У меня совсем другая новая сборка, сейчас ее поменяю. Так, ну вроде все. Поехали делать шанс слева максимальный. Хорошие противники, что я не посмотрел. Не досмотрел, ой-ой-ой, как сливается быстренько. А Минотаврик затащишь хоть ты? Ладно, они все сливны. Даже Минотавр тащить не хочет. Просто ужасно. Хорошие ударные герои тащат. Так, окей, поехали. Смотрите, смотрите, что делается. О май гад. Это просто ужасно, ребята. Куда я попал? Спектры. Ну, вот видите, все повыставляли спектры и все. И просто тихо сосешь лапу. Оба героями. Так, и троих 1, 4, 5. Тут 1 и 2. 3. 1, 4, 7. Еще этого надо затащить. И все будет просто изи. Так, вижу землеройку. Ворожей, конечно, проседает жестко. Странно очень, кстати. С уклонениями. Ну, то, о чем я говорил, что сейчас уклон это не самый прям топчик.
Так, Фрейка. Отсюда, значит, фобушку отсюда закинем. Подоблю фобушку. Бодается. Смотрите, какой упрямый. Два ляма слился намного проще, нежели этот. Ух, ух. Шанс слива, как обычно, ребят. Так, нам надо еще на твинка успеть. В таких случаях не обязательно гнаться за тупом. 3900, а за этого сколько дают? В принципе, что я сольюсь на том, что на том минус 500 очей. Да, ворожей, конечно, я вам скажу, отлетает очень быстро. И не только ворожей. Жестики прям. Попробуем такой вариант. Если дерево, конечно, включится. Вроде включилось. Так, этого затащили. Опасные варианты я показываю. Шанс слива, как обычно, ребят, максимальный. Все-таки этого сливает. Вся командорка, наверное, жахнет. Не, не жахнула. Жесть. Да, уже даже таким составом не получается проходить. Это радует. Хоть что-то радует. Ой, надо было дерево кидать. Да я втыканул, конечно. Все, сейчас сольемся. Все. Шанс слива максимальный. Именно товар тут уже у нас ничего не сделает. 57. Да, в таком случае вот проще убить, смотрите, мы 2000 потеряли. Проще убить кого-то там 1.3, 1.4, нежели слиться. Ну, я уже показывал, я битву гильдии, на битву гильдии реально забил, потому что, ну, неинтересно. Одно и то же. Одно и то же. Хотя, может, после этой обновы что-то поменяется. Я сомневаюсь в этом очень. Опять этот шанс слива максимальный. Ой, хорош. Утро началось слива. Блин, дерево, видите, все-таки истинная вера на нем хороша. Оно держится, но заряда не хватает. Все-таки суперпэты забирают хорошо заряд. А, там еще и стрелок есть. Ну, в общем, шансливо, как обычно. Зато прошли 5 противников. Интересно, в топ. Все равно топ-1. Такс. Да, но у нас тут, конечно, группа такая, что тут без вариантов. Проходи, не проходи. Один фиг. Сейчас еще на твинке пройдем. Такс. Сейчас твинку, видите, затащит на изи всех. Но это не точно. Такс. Ну, в принципе, можно было бардом бегать и не париться. Посмотрите, твинк. Намного
эффективнее. Ну, то есть все зависит от героев, которыми вы проходите. Вот бард может соло пройти эту всю шайку. Супер пэтом. Ой, тьфу ты, супер пэтом. С питомцем обычным для битв гильдии. Не проснулся я еще. Еще я не проснулась. Так вот, закидываете с разных сторон. Самое главное, чтобы вы, когда выкидываете героя, не активировали бар, ну, спектр на ком-то, потому что бар сольется, если на нем будет блочка. Вот, например, как сейчас у меня. То есть мы активировали барда, просто миссанули. Вот Зефир активирует спектр, в итоге вы сливаетесь. В таких случаях просто самый простой вариант. Выкидываете его одного. Он будет держаться. Он не атакует героя. Выбираете смотра. И он будет постепенно сливать. Но это, конечно, не в моем случае. Я, как обычно, сейчас запущу всех, чтобы ускорить процесс. Все равно, в принципе, у нас там выше места не будут. Но вот я часто из-за того, что выкидывал всех, по сути, сливал барда своего. Поэтому те, кто получили барда без доната, не спешите кидать все героя. Просто выпустите его с питомцами и все. Либо в конце, когда сольют ваших основных, тогда выпускайте его. В отличие от мастера рун, бард не бьет героев. Так, что успеем? 3 минуты осталось. Я не знаю, но это, конечно, это надо было фиксить. Этого они до сих пор не пофиксили. То есть, видели, там 6 героев с топовыми прокачками. Тут один этот держится. Хотя мои все те тоже классных прокачек с прокачанными супер питомцами. Они сливаются, там лучше статы. Этому пофиг. Ну, что тут говорить. Все и так давным-давно понятно с битвой замков. Блин, посмотрите на эту башню. Просто тупо цепь ее. Бьет, бьет. Офигеть. Одна башенка осталась. Что-то последнее время смотрю на башнях. Очень часто сливы идут. Одна башня остается и все. Все, изи. Видите, твинкам намного проще сливать даже. Ну, то есть битва гильдии на сегодня, по большому счету, ни о чем. Если так разобраться, посмотреть на героев, которые доступны и на локацию. Локация выбита. Интересно, есть у него спектр? Так, осталась 1 минута. У нас еще пара попыток. Наверное, не успеем, скорее всего. А, у нас еще одна попытка. Ну, не знаю. Минута осталась. Успеем, не успеем. Наверное, не успеем. Скорее всего. Возможно, даже попытку не засчитает. Но это вариант только выходить сейчас, а если мы сейчас выйдем. Ну. 91%. Не знаю, там секунд 20 осталось, наверное. 94. Засчитает или нет? Не, все, не засчитает, скорее всего, попытку.
видите, попытку не засчитала. Вот так вот. Вот такие вот, ребятушки, дела. Шанс слива, как обычно, максимальный. Хотя, в принципе, с одной стороны, я не засчитала. Восемь восемьсот. Вот так бы было где-то 1010, наверное, как минимум. Такс. Вот такие вот, ребят, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.